Приветствую вас. Вам бы поработать немножечко с вот этим вот ощущением того, что вы вот в нем нуждаетесь, в парне, да, вот вам бы с этим ощущением поработать, понятно, в чем нуждаемость, потому что ну, давайте будем честны, да, и скажем, что любовь, она все-таки не про скуку, вот. Любовь, она больше про желание сделать человека счастливым, она больше про желание, чтобы человек как-то вот развивался, да. Вот. Вот это больше про это, наверное. Но не про, вот, не про то, что я скучаю, значит, без там, без тебя, да, не могу без тебя и прочее, вот. То есть, я думаю, что обязательно нужно эти вещи дифференцировать, обязательно нужно вещи дифференцировать, потому что в определенном случае мы с вами можем вообще уйти совершенно не туда, да, вот, вообще совершенно в другую степь мы с вами можем уйти, вот, мне бы этого не хотелось, поэтому давайте все-таки будем смотреть на вещи здраво, если вы все время о нем любите, значит, с ним у вас связана определенная потребность, вот. Ну, с человеком, вот. С человеком, да, с мужчиной у вас связана определенная потребность. И глобально задача, ваша задача, там, заключается в том, чтобы понять, чего именно вы хотите. Вот. Понять, чего именно вы хотите, понять, что именно вам нужно, понять, в чем вы нуждаетесь. Вот. И как бы отделить, получается, свои желания от того, что вам хочется для мужчин, вот, понимаете, какая история, вот. Такая вот история. То есть, такой момент. Не совсем понятен, в чем ваш вопрос. Не совсем понятно, в чем ваш вопрос. Не совсем понятно, что вы хотите. Вы ведете себя по отношению к молодому человеку, как родитель, к сожалению,
потому что вы пытаетесь, ну, ему что-то объяснить, вы пытаетесь что-то до него донести. Вот. А, ну, хорошего из этого получится крайне мало. Вот. Потому что человек, чувствует, что вы его подавляете, и, в общем-то, кроме защиты, да, это ничего больше он не вызывает, ну, кроме желания защищаться, и кроме ощущения, что в нем нуждается довольно сильно, тем самым посягает на свободу. Вот, поэтому мне кажется, что имеет смысл вам больше подумать о себе, мне кажется, имеет смысл больше вам подумать о своих желаниях, вот, имеет смысл вам подумать о том, чего вы хотите, больше. В большей степени, чем сейчас, вы это делаете, вот. Возможно, имеет смысл поработать с вашей потребностью, сферой, самодостаточностью, вот, чтобы вы как-то лучше понимали немножечко, что вам вообще нужно, да, и в чем, вообще-то говоря, вы нуждаетесь глобально. Вот. И так вам будет проще действовать по отношению к молодому человеку. Вот. Такая примерно история. Такой можно вам дать ответ. Я понимаю, что, скорее всего, этого недостаточно, но вот, как бы опираясь на вопрос, который вы задаете, я думаю, что ответ можно дать именно такой. Вот. И вам здесь нужна не поддержка, а психотерапия и работа с самодостаточностью, больше концентрации на себе, а не на нем. Потому что такое ощущение, что вы пытаетесь, то, что вам нужно заменить им, а это ведет никуда. Это путь никуда. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.